Дисклеймер. Всем привет. Здрасте. Так, смотрите, мы продолжаем играть в эту странную жизнь с этой странной Макс в этом странном городе с этими странными людьми. Вот, в прошлой серии мы закончили на чем? Мы что-то там узнали от этого копа, то, что он подрабатывал на стороне у этих вот Нейтманов-Шмейтманов. Нам нужно добыть ключи от фургона вот этого кекса. И, собственно, надо это как-то сделать. Давайте попробуем. Так, вот мы с ним поговорили, узнали его тайную. Так. Какие вкусняшки. Но я занята добычей ключей. Вкусняшки. Музыкальный автомат. Стена славы. Ну давай попробуем поговорить с Нейтоном. Рэйчел? А, блять, чё хрен за нахуй? Тебе. Кто пришел? Макс Эмбер, милый наряд. Кстати, спасибо за помощь в моем исключении. Шлюха ты такая. Повезло тебе, что сейчас мы не одни. Хочу напомнить, что мы находимся в общественном месте с офицером полиции. Так что усмири свой гнев, Прескотт. Да ладно. Может быть, не надо было стучать на меня этому грёбаному ректору? Может, я тут узнала, что твой отец нанял местного копа следить за тобой и Фрэнком Пауэрсом. Словно тебе нужна няня. Херня! Мой отец не нанимает. Он владеет. Все мусора знают, что до меня лучше не докапываться. Правда? Надеюсь, это значит, что Фрэнка не посадят. В конце концов, это случится. Этот парень ёбнутый. Он как-то рассказал мне, что их с Рэйчел связывает клятва на крови. Забудь про это. Серьезно. А теперь отвали от меня, шлюха. Да хрен я про это забуду. А что, еще что-то можно у него выяснить? Хрен тебе. Так, клятва на крови. А разве ты не должен был молчать про клятву на крови между Фрэнком и Рэйчел? Клятва на крови? Какого хера? Я никогда никому не говорил об этой херне. Да и к тому же все знают, что Фрэнк и неудачник, и лжец. Даже Рэйчел знала. Однако Рэйчел тусовалась с ним больше, чем ты. И что? Ей нужны были только его наркотики. Вот она ему и позировала. А он-то думал, что она его любит. Кретин. Как интересно. Ну привет, Фрэнки, Фрэнки бой. Какого хера тебе надо? А я видела те фотки, которые тебе дала Рэйчел. Откуда ты об этом знаешь? А? Это все Хлоя, да? Она просто между словом сказала мне, что это одна из любимых фотографий Рэйчел. Правда? Точнее, так я и подумал. Она была настоящей красоткой. Погоди, найду фотографию. Вот. Сама посуди. Взять? Боюсь, мне придется забрать у тебя ключи, мудак. На кой хрен ты их взяла? Отдай мне мои ключи, сука! Сейчас же верни ключи! Потеряйся. Просто потеряйся. Не было у тебя никаких ключей. Ключи у меня. Потопали к Хлое. Потопали. Просто мозг. Сейчас опять мне что-то прилетит. Сейчас опять мне что-то прилетит. Просто женщина-победитель по жизни. Давай-ка ее спасем еще разочек. Так у нас скоро уже, Алиса, блин, это. Отойди скорей. Хорошая реакция, Макс. Ты когда-нибудь будешь нам что-нибудь там должна? Это было близко, Алиса. Итак, Макс, ты уже третий раз спасаешь меня на этой неделе. Ты мой ангел-хранитель. Да перестань. Я ничего особенного не сделала. Макс, ты уже искупила вину, когда спасла Кейт. Ты настоящая героиня Блэквелла. Кейт, я подруга. Я просто рада, что все хорошо. Кейт, а какую вину искупила? Человек. Что-то я вообще не догоняю. А докатилась она до такого из-за того ролика.
творится полная хрень. Но ты отличная подруга. Я просто хочу, чтобы она знала, она сколько друзей говорит? У нее теперь появилось. Да будет так. Макс, мне кажется, мы должны как-нибудь навестить ее в больнице. Давай пообщаемся чуть позже, окей? Окей. Так, у меня есть дело. Не сомневалась. Великолепная Спайдер Макс. Без Фрэнка ничего бы не вышло. Давай-ка пойдем внутрь. Тебе это пригодится. По сигналу, готовься. Давай! Бросить на дорогу. Апорт, мальчик. Мясо на улице. О, нет! Пожалуйста, пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо. Уверена, с ним все нормально. Пошли уже, у нас нет времени. Так нельзя. О, боже, пожалуйста, пусть она не будет ранена. Или того хуже. Нет, так нельзя. Нельзя, нельзя. Живое существо. Тем более собачка. Не сомневалась. Велика. Парковку. Давай лови, мальчик. Кажется, эта собака стала нашей сучкой. Смекаешь? Теперь можно спокойно все обыскать. Но время терять не стоит. Собачка вовсю занята костью, но скоро она может вернуться. Ебать, а я-то думала, у меня срач. Но ты ведь не жуткий наркоторговец. У Фрэнка свои тараканы, но он нормальный. Так я думала, пока не увидела, что он носит браслет Рэйчел. Давай искать там собак. Какая шикарная тачка у нашего плохиша. Представь, как было бы круто уехать на ней на побережье. Да, мы бы гнали 200 по шоссе. И ты бы сказала, что я испугаюсь сесть за руль, как сегодня с поцелуем. Хлоя, у нас мало времени. Мы должны хоть что-то найти. Знаю. Дай помечтать. Успеется. Давай искать. Есенька. Ты пока осматривай трейлер, ну а я пошуршу в компе Фрэнка. Потрясающе, что у Фрэнка повсюду лежат ножи. Грязная посуда — это так по-мужски. Давай, Фрэнк, наверное, все свои наркоденьги на пакетики тратит. И что это за бит? Конечно же, Фрэнк — сладкоежка. Неплохая аудиосистема. Приятно видеть, что Фрэнк хоть что-то здесь уважает. Даже мило видеть это фото Фрэнка с песиком. Мои песика не убили. Wi-Fi говно. С нужными инструментами я легко бы вскрыла эту решетку. Нужно найти нужные инструменты. Он теперь и в интернете работает. Пособие для чайников. Бизнес в сети. Неплохая такая зажигалочка. Он принимает их или продает? Или и то, и то. Жаль, что у меня нет дешифрующего кольца Фрэнка Бауэрса. Шкафчик открыть. О, тайничок Фрэнка. Нужны инструменты, потому что... Так, решетка еле держится. Мне нужно чем-нибудь ее поддеть. Чем поддеть-то? Ну, так, шкафчик. Ничего таинственного. Чем? Ножом, наверное? Да? Раковина. Ну как так можно жить? Так, нож. Нож почти так же хорош, как и связка ключей. Ну да. Особенно если... Не мой клинок отворит любые дверцы. Так, это что, дневник? Это что, дневник? О, блин.
Рэйчел и пес Фрэнк. Даже не знаю, умиляться или беспокоиться. Я видел много людей. Все это выместил на тебе, бедном Помпиду. В моей жизни происходит хреново туча странных вещей. Мне кажется, что я никогда не смогу уехать из Аркадия Б. Я должна благодарить Бога за тебя. Ты лучшее, что у меня здесь есть. Я всегда с улыбкой вспоминаю нас. Давай просто навсегда останемся. Люблю тебя навеки, Рэйчел. Одна радость видеть, как Рэйчел ведет это. Рэйчел и правда тусила с Фрэнком. Я узнаю о Рэйчел больше. Проблема в раю? То, что вчера... Так, ненормальное, не надо винить в этом наркотики. Ты меня до смерти напугал, я думала, что ты так и не успокоишься. Впервые видела, чтобы так себя вел. Это не должно больше повториться. Я лев, а такие, как я, никогда не оглядываются назад. Ты мне не безразличен, да и мы в целом... Так что, может, нам стоит сделать небольшой перерыв в отношении к целую Ре. Это мы отдадим Ахлою. Так, а вон тут что? Книга. Это мы все уже видели. Снай книжку. Меня тянет блевать от мысли, что Рэйчел ему позировала. И писала любовные записки. Я просто не могу в это поверить. Она трахалась с ним. Зачем она лгала мне прямо в лицо? Потому что знала твою реакцию. Значит, хреновый из нее подруга, да? Очередной человек, обманувший меня. Всю жизнь меня подводят близкие мне люди. Мой отец погибает, потом ты уезжаешь, мать влюбляется в мудака. Да еще и Рэйчел меня предала. Хлоя, Рэйчел пропала. Никто тебя не предавал. Пиздёж, предатели. Да в пизду вас. Ух ты, какая агрессивная Хлоя! Женщина. Так там решетку не поддели. Ёбнутая, подумал он. Хлоя, ты не можешь продолжать винить меня или кого-либо во всех бедах твоей жизни. Это неправильно. Ну а кого тогда? Иначе получается, это моя вина. Да нахер. Значит, теперь и Рэйчел виновата. Боже, она трахалась с этой свиньей Фрэнком. Эта сука лгала мне прямо в лицо, Макс. Я не могу больше никому верить. Все пытаются меня убедить в том, что я им нужна. Даже ты. Хлоя Прайс, возьми свои слова обратно. Сейчас же. Быстро. Ладно. Хорошо. Но ты просто не понимаешь. На меня будто ополчилась вся вселенная. И кого же ты винишь в первую очередь? Своего ёбаного отца, конечно. Ты винишь Уильяма? Серьезно? Да, виню, конечно. Он открыл ту дверь и покинул меня навсегда. Хлоя, твой отец ушел не по своей воле. Я знаю, Макс. Моя мама правда винит себя. Она только хотела, чтобы ее забрали с работы. Иногда даже я виню ее. Неправда. Да, Макс, правда. Ты знаешь, каково это ждать своего отца, будучи ребенком, и понять, что он не вернется? Нет, конечно, нет. Но я была с тобой в тот день. Это был ужасный несчастный случай. Мне от этого не легче. С тех пор, как он умер, моя жизнь стала полным дерьмом. Ты, еще ты не хочешь здесь? Слышать это, но ты все еще здесь. Живая. Со мной. И это не случайно. Ну да. Я не хочу слышать. Хлоя, одной мне с этим не справиться. Мне нужна твоя помощь. И Рэйчел ты нужна. Что ты?
атакует, что я не понимаю, что бегут, кто-то обижается, ёлки-палки. Такая жизнь, такова жизнь, сляви. Давай, лепи на стену. Сними Макс крупнопланов! Прекращай, Хлоя! О, господи! Теперь что фотографию происходит? Мы оживлять можем. Мы теперь прошлое можем видеть. Ляда, что с этой женщиной? Как она так это делает? Ну, девчата, время фото. Чизкейк! Ну же, скажи! Видеть фокус с помощью ФСБ. Ага, право-лево, затем ЛКМ, чтобы пока не отыщите нужное место. Да, ну вот же. Опа. Ничего не вижу. Однажды папа купит нам самую крутую технику. Надеюсь, вспышка не сильно тебя напугала. В коллекцию. Пока я ее не увижу, нет. Ты знаешь правила, папа. Макс, скажи ему. Эй, ты вся бледная. Все нормально? Да. Просто... Мы вернулись в тело. Да, я в порядке. Ну что, Хлоя, ты одобряешь? В том возрасте теперь ну, мы сможем, может, типа... Вот это я разрешаю в семейный альбом сохранить. Что это такое? Но не повар. Здесь я Уильям. Да, и Хлоя еще ребенок. Я что, настолько далеко в прошлом? Ты про блины? Во Франции их называют КП. Я 18-летняя в теле себя, 13-летней. Они же тоже хотят... Как? Уи, чур я бью яйца. Помнишь, сколько нужно яиц? По ситуации. И про... Блин, я помню, как Хлоя его читала. Так, но не после сегодняшнего. Шеф-поваром. Чего мы тут только не творили. Я помню, как мы с Хлоей рисовали эти клевые рисунки. Маму туда. Так, надо что, попробовать отговорить. Так. Клянусь. Хлоя такая веселая, беззаботная, и клянусь. Я очень люблю Уильяма. Для меня он как родной. И я не позволю... Теперь моя очередь делать фотку. Позируйте. Я буду звездой. Не делай меня стариком. Джойс безмерно любит Уильяма. Алло. Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Что? О, не знал, что тебе нужно. Да, конечно же, я за тобой приеду. Нет. Теперь у меня есть причина купить мока. Нет. Скоро буду. Стой. Люблю тебя. Да какой я люблю, стой. Я не могу стой. Позволить Уильяму сегодня Устой, сесть за руль. Леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Нет. У слишком тяжел груз, всяких лакомств для не нашего говори, пиршества. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. И ключи. Надо выкинуть ключи. Ага. Мы с семьей стой, никогда стой, не стой, делали стой. Такие ага, глупые где, и веселые где? Фото. Уже я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мока. Скоро буду. Люблю тебя. Есть! Уж простите, леди, нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для не нашего говори, пиршества. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругатель. Я нормально точнее, спрятал для оплаты твоего шоколадки. Ключи, пожалуйста.
Черт, где же ключи? Еще один доллар в банк ругательств. Ты меня разоряешь. Не ругайся. Ах ты. Как знал, что эта штука мне пригодится. Как, черт возьми, эти ключи там оказались? И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин. Пап. Не оплошайте. Сегодня твоя мама пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт. Не ходи, стой, отматывай. Ты же останешься. Она меня не бросит. Никто тебя не бросит. Это слишком грустно. Давай перематываем. А чего просто не сказать, типа... Да нет. Эхо-муха. Я запутался в этом управлении временем. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, нужно спрятать ключи туда, откуда не будет слышно эту дурацкую пищалку. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Сюда. Ключи точно были здесь, я же помню. О, дружок, совсем забыл о тебе. О, ключи, покажитесь. Ну, конечно. Но никогда больше не куплю ничего от Spy Guy Electronics. А может быть на автобусе? Остановка ведь совсем недалеко. Хм, а ведь могу. Хорошая идея, Макс. О, да, автобусы — это классно. Приезжают каждые 15 минут, да и места тебе и Джесси с продуктами хватит. И это... сбережет окружающую среду. Убедила, убедила. Ну что ж, я почапал к автобусной остановке. Джесси это понравится. Макс, твою мать, ты какая-то странная. Все нормально? Хлоя, я такая классная. Мы классные. Все равно умер. А, нет, типа стерлась. Все окей. Так, мы переписали историю. Это флешпоинт. А, ну. Я понял, обновляются. Эти сохранились, те стерлись, да? Клево. Эй, ты вообще слышишь нас, Максим? Макс. Они перестали друзьями быть? Они Максим. И теперь мы с этой тусим? Да знаю я, прости, безумная, Макс. Ты же не дуешься, правда? Да? Не хочешь ободрать наш куст и выкурить трубку мира? Кажется, Макс под кайфом. Она ведет себя как-то странно. Ты в норме, Макс? Я же говорила, не стоит брать ее в циклон, но меня же никто не слушал. Кортни, ты вообще никого не хочешь принимать в клуб? Да отвали, сучка. Уоррен, что со Стеллой? Так бывает, когда переписываешь историю. Это же полный пиздец. Что еще я изменила? Иди к Хлое. Хлоя, да. Хлоя, надо узнать, что Хлоя. А она ничего, учится. Угу. Это значит водитель теперь. А, ну мне кажется, этот конец эпизода, да? Здесь играет музыка, которую мы не слышим. Да, ну, а, не остановить. Ну ладно, там что-нибудь какую-нибудь, может, такую найду, лайтовую. Наложу музыку. Так, ну раз музыка нас не отвлекает,
В общем, это, я думаю, конец эпизода. Мы сейчас его досмотрим. Досмотрим эпизод. И закончим на этом серию. Да, ссылка на плейлист будет в описании под видео. А продолжим уже следующий эпизод в следующей серии. Я думаю, так. Заранее пока. Давай досматривать. Макс Колфилд. Покорилась Сиэтл, а теперь решила передохнуть здесь. Мы думали, что после большого города ты сюда никогда не вернешься. Нет. Я бы никогда не бросила Хлою. Кстати, она очень ждала тебя. О, минуточку. Хлоя, к тебе гости. А что случилось? А какого? На новой машине, что ли? Ё-тать.